Да, ребятки, всем привет. 5 октября 2019 год. Чудесный день у нас в Риолиндо, Северная Калифорния. И сегодня вот хочу показать наши два деревца лайма. Это Mexican Key Lime, то есть мексиканский... Я не знаю, почему Key. Key — это ключ вообще-то. Мексиканский лайм, а это получается тоже как бы мексиканский лайм, только он в отличие от вот этого, он без шипов. Этот, видите, весь он утыкан шипами. Вот, видите, все в шипах. И он как бы и по-другому растет немножко, тот более вертикальный, а этот более разлапистый. Ну, тема, почему я снимаю. Ну, ребята, в принципе, уже поспел наш первый урожай этих плодов. Этот лайм, он более мелкий. Они часто продаются вот уже с такого размера в магазине. С такого размера. То есть они, в принципе, видите, а эти уже у нас уже желтеют. То есть они уже в реале как бы вообще спелые. Обычно лаймы продаются зеленого цвета. Редко, изредка желтоватые. Но вот эти наши уже, в принципе, уже желтеет, то есть они уже готовы для сбора. Сегодня у нас вот будет первое тестирование их. Эти такие красавчики, очень много их здесь. Нам, естественно, столько много не нужно будет. Вот видите, вот желтее, желтенькие они уже. И эти тоже самое, они тоже уже готовы для сбора. Они чуть крупнее, видите, тоже желтеют. Вот так вот выглядят. Этот интересен тем, что он весь в цвету. То есть, судя по всему, на этом лайме плоды будут круглый год. Ну вот так, ребят. Сегодня будет у нас первое тестирование. Очень много плодов. Также, видите, все увешано. Красивые деревья, шикарные. Эти вот их пчелки трудятся над опылением. Тут интересно, вот они мне больше напоминают лавровое дерево в формах листьев и самого дерева. Вот видите, какая красотища. Все увешано.